Сегодня 1 марта, первый день весны. За окном погода ужасная, вообще не праздничная, но настроение хорошее. Сегодня очень сложная тема. Методология проведения адаптации. Ее выговорить очень сложно, и мне интересно узнать, настолько ли сложно было все понимать, что сегодня здесь говорилось с Кириллом. Все пошли на перерыв, пойдемте и мы. Что-то новое о персонале сегодня узнал? Тяжело сказать, там, что было именно новое, но в любом случае это всегда какие-то инсайты, какие-то мысли. Тема эта очень актуальна, поскольку сейчас у нас в нашей компании ведется набор новых сотрудников, была чистка проведена. Вот, поэтому берем людей кардинально новых, более таких, скажем так, зрелых внутренне, более активных, но более молодых. Для меня это очень интересно. Я набирал персонал и действительно... У меня такое произошло, что персонал буквально первый день разбежался. С сегодняшнего, надеюсь, с сегодняшнего урока пойму, как обучать персонал, как правильно набирать. Я уже умею, а вот как обучать, да, как поэтапно обучать персонал так, чтобы не разбежались после первого дня, ну хотя бы после второго. Адаптация персонала. У тебя это персонала хоть отбавляй? Вообще-то да. Хоть отбавляю, но, как оказалось, опять же, работать. То есть все писать. Я уже так поняла по практике Кирилла, что необходимо записывать, видео делать, презентации, PowerPoint и поехали. Короче говоря, опять на месяца два работаю вот так. Программа адаптации компании – это сильнейшее конкурентное преимущество, которое может развить любая компания, потому что фактически компания снижает зависимость от опытных сотрудников. То есть она может нанимать людей, которые подходят личностно, имеют минимальный набор компетенций, необходимый для работы в должности, и за короткий срок прокачивать человека, доводить его до нужного уровня компетенции. Это позволяет компании очень быстро развиваться, не держаться за людей, которые личностно не подходят, но проявляются профессионалами, то есть подбирать людей правильную в команду. То есть это вот такой очень сильный ускоритель роста и обязательно важен для любой компании. За моей спиной дверь. Я ее не вижу, но знаю, что с ней продолжается обучение методологии проведения адаптации персонала в компании. И пока они там продолжают обучаться, я-то здесь с вами. Слезно прошу, но подпишитесь же на наш канал, поставьте же нам лайк. В конце концов, давайте сделаем хорошее дело вместе. Мы вас веселим, радуем, информируем. Вы нам ставите лайки, подписывайтесь. Всем хорошо, всем прекрасно и всем до свидания.